Ебать, я какой это. Посмотрим, везучий или невезучий, кстати, на самом деле. На, нажимаем, покупаем, все, золота теперь у меня нету. И хоть один танк какой-нибудь. Я вот что, круто был, 10-ка, конечно. Ух ты, X5 опыта, о, как вовремя. Когда я уже ветку прокачал, то очень вовремя, очень вовремя. Еще X5 опыта. Видите, все серое говно какое-то, честно сказал. Не видите на этой херне, X3, нет, X4 опыта, блин, да. Где танки? Он похож на танк. Бля. Эйлер? Нет. Раунд Панзера. Да ладно. Да. Ну слушай, ну прикольно. Да дерьмо же. Это же дерьмо. Ну это прикольно, то есть, слушай, ты выпал. Ну, осталось еще раз Е-25, наверное, выбить или этот Кейлера, и все, и пиздец. Ну, из таких неплохих еще Панзер 58-й там. Пантерочка. Ну что, последний, давай посмотрим. Вот это... Я, конечно, в шоке немного был сейчас. Да, все. Я что-то все потратил, вообще ничего. Ничего путного. Ничего не записал даже, да? Да, блядь. Ну ладно, ладно, я понял. У меня прога сбилась полностью уже. У меня теперь есть этот УЕ-57 и Т-28 40-го года. А, ну что-то сейчас не зашел до 40-го года, я вот уже два открыл, мне сейчас тоже одни падают. А я, все, я, блядь, упал. Я сейчас 3-784, блядь. 5 в золотой лиге, блядь, в Европе, то есть я, блядь... Я в афигу, просто, блин, причем столько этих хейтеров. Слушай, а Черчилль Ганкерри ты не получал? Нет. Я вот, у меня только единственное, что в том году я не получил именно его. Нет, это я все получил. А Мангал, блин, получил? Я, прикинь, а? Мангал ты получил? Мангал? Ну, такая, как в виде мангала огромная штука. Пташка. А, нет, тоже не получил. Еще, честно, там 90 из 100. А, интересно, еще какая у них этот... компенсация за это все. Так, ну а что, давайте все-таки откроем какие-то... Тут что-то у нас можно открыть же, да? Вот так. Ну давайте начнем с самого такого вот простого, который вот нахрен никому не нужно и нахрен никому не интересно. Но мы все равно все это запилим. Камуфляж какой тут интересный, какой вам еще нравится, я не знаю, ребят, вы напишите там, вдруг что-то интересное все-таки будет. И обратная сторона. Интересно, что это за обратная сторона? Посмотрим. Не, ну... Какие-то детские раскраски просто, я не знаю. Хорошо, идем к более серьезному. Идем к более серьезному. Лухари-контейнеры. Так, давайте посмотрим. Лухари-лахари. Ну, короче, как хотите, так называйте. Мой английский, я творю, что хочу. И, ну, он, кстати, 3 золота. Нормально, нормально. Конечно, я не думал, что я скептера здесь выбью сразу же, но золото-то прет. Нормально идет. Что у нас там? О-о-о. 5, ну это маловато. И? Ну, неплохо, ладно, неплохо. Все, я готов. А, ты 3 штуки взял, я понял. Да. Ну что, поехали. Байтон. Окей, опять же он же выпивается. Это будет офигительно. Ладно. Сука, с первого. Будет, ладно. Дальше. Вообще ничего. Ну, еще один танк. Я бы очень надеялся, но нет. Так, понятно. Выпала фигня. Откровенно, но сейчас просто давайте по стандарту, да, по старинке. Ты решил взять не 6 штук, а... А у меня только 3 можно взять. Так, открывайте. Сейчас, сейчас опять. Оба. Ага, ну да. Так. Не, сейчас должен быть, кстати, должен. 100 пудов откроется. Это же нереально, чтобы он не открылся, да?
Реально? Все реально. Сейчас мы как это забабахаем. Фиг с этим всем. Золото не главное. Ну с ним, конечно, хорошо. Ага. Я смотрю, так, да. На тему да, намного лучше. Сейчас как десяточка просто. Вот. Последний будет десяточка, смотри. Не, мне кажется, вот уже сейчас... танк выпал, вот, скажут, хорош, хорош. Вот, и десяточка. Давай. На. Начнем вот с этого вот. Вот у нас 300, да? У меня 600. Хватает ровно на 2. И скептор. Ага. Угу. 2 сразу, чтобы тебе 10 тысяч компенсом. У меня нет скептора. Я говорю, ну, 2 понятно. Сразу. Ага. Так, ладно. А у меня, кстати, есть почему-то 6 штук. 6,5. Берем 6,5. Отлично. Ну-ка. Опа. Неплохо, кстати. Тоже сук с первого, да? Да. Ну, кстати, это неплохо, она прикольная. Ну, потом еще обкатаем, я, конечно, не уверен, что прям она прикольная. Ну, естественно, и вот это все говно сейчас вот до конца. И все, ну понятно, x3, x5, x3. Дайте мне, сука, десятку. Угу. Ну и походу, как у тебя, то же самое. А я не знаю, как хочешь. Давай, жарь. Ну тебе еще компенс сейчас выйдет, косарь. Так что все ништяк. Так. Ага. Тут вообще пока ничего не меняется. Вместо этих контейнеров особо никогда и не падало. Угу. Угу. Ну, вот так вот. Так, ладно. Видео само себя не запишет. Давайте контейнеры Deluxe, пока они есть, надо открыть. А вдруг скептер? А вдруг вот так вот? Нет, я, конечно, понимаю, что это все хрень собачья. Что-то, видимо, случайно машинально было сейчас, ребят. Дико извиняюсь. Опять. А какой шанс вообще? Есть шанс выпадения чего-то там этого скептера? Саново, сколько там? 0.01? Да, ничего себе. Даже в некоторых контейнерах побольше. Ладно, хрень, это все, я понял, кстати, а что у нас там по вот этому всему, вот этому вот. Не здесь сертификат, да, по-моему. Так, этого 70, этого 60. Этого 60. 60. Я не накоплю ни на что, ребят. А если не накоплю ни на что, значит что? Вскрываем золото. Вскрываем, мать его, золото. 3. Я надеюсь, хоть с одного мне что-нибудь да выпадет. А похер, любой танк, пофигу. Полторашечка даже. Блядь, ну не любой, конечно. Сука, у меня он уже был. А второй будет? Компенсация, ну, типа, 3 купил и 2 танка. Конечно, естественно, конечно. Куда? Разогнался парень, да? Типа, понятно. Не разыгрывается. Где? Я пока что открою вот эти вот лухари контейнера. Лухари. 3 штуки. Мажор. Надеюсь, какой-нибудь танк. Что-то мне по 5 штук падает иногда по сертификатам. Вообще какая-то ерунда. Да. А мне вообще, в принципе, только эти сертификаты и падали. Вообще ничего другого. Не, ну я думал, хотя бы по 15 там падали, чтобы можно было как-то собрать. А то, блядь, по 5 это вообще дичь. Так, у меня тут 400 накопилось. Я тоже открою один лухари сундук, и мне сейчас выпадает сектор, да? Так, я киберспортсмен. Ага, да, ну-ка. Да. О, волна энергии, камуфляж, X3, ё-моё. Ничего мне не выпало вообще. А тут чё? Оп. Нет, танков тоже нету. А на этом у нас всё. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки, а также пишите своё мнение в комментариях. Наш канал только набирает обороты, и мы поставили перед собой цель набрать первую 1000 подписчиков.
До новых встреч!